Очередные майские выходные, и я знаю, как не заскучать, дорогие друзья, на них. Здравствуйте. Итак, проект «Голос внутри» пройдет в субботу, 20 мая, и это будет иммерсивная прогулка по Хабаровску. Беспроводные наушники, которые предложат надеть гостям, переместят участников в мир звукового спектакля с элементами путешествия. За полтора часа экскурсия раскроет тайны центральной улицы и зданий Хабаровска. Это будет больше, чем город. Действует скидка по промослову «Минтур». 20 мая компания «Дальневосточные каникулы» организует поездку на фабрику мороженого. На экскурсии расскажут, как готовят десерт. Желающие смогут испечь собственный вафельный рожок, прикоснуться к шоколадному фонтану и попробовать мороженое. 21 мая состоится выезд на Дубовую гору и сбор папоротника. Длина пути 7 километров. Дорога идет с небольшим подъемом. На склоне сопки лежат камни, предположительно остатки крепостной стены Джурджений. Сверху открывается живописный вид на Уссури. Поход не требует специальной подготовки. Действует скидка по промослову «Минтур». Более подробная информация об экскурсиях, маршрутах и мероприятиях в информационном центре Министерства туризма Хабаровского края. Были бы выходные, чем заняться, найдем. Будьте здоровы, счастливо!